В Анапе на переходе подросток попал под колеса иномарки. ЧП произошло в пятницу, 10 марта, в 20 часов 15 минут в районе улицы Ленина. Водитель автомобиля Kia нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на несовершеннолетнего. В результате ДТП 13-летний подросток получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга и был госпитализирован. На момент совершения дорожно-транспортного происшествия он находился без сопровождения законных представителей. Предварительная причина аварии – нарушение водителям правил дорожного движения.